Добро пожаловать на наш канал Hard Rest Info. В данном видео я вам расскажу, как очистить кэш приложений на устройстве Nubia Neo 2. Для этого зайдем в меню приложений и выберем приложение настройки. После этого выберем пункт хранилища и приложение. Тут выберем приложение, где вы хотите почистить кэш. Я, например, выберу приложение сообщения и выберу тут пункт очистить кэш. И как можете заметить, наш кэш был очищен. Большое спасибо за просмотр данного видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш YouTube канал. И до новых встреч!